Данная платформа позволяет нести полезную нагрузку весом до 3 кг. В частности, мы можем использовать, вот здесь показано, в качестве полезной нагрузки планетионную технику, видеокамеры, использование анализаторы спектра, газоанализаторы, системы оценки уровня радиомагнитного излучения и так далее. Также можно использовать специальные платформы для подвешивания полезного груза, для сбрасывания его, в частности, вот, допустим, средства индивидуального спасения при пожарах. Подобного рода системы имеют как автоматическое, так и ручное управление. Система может в ручном управлении летать, исполняя команды, подаваемые из пульта управления оператором, возможно полет по точкам, по заранее проложенному на электронной карте маршруту. Эта система также позволяет передавать информацию в режиме реального времени на наземное управление. Связь идет по радиочастотному каналу 450 МГц. Также система имеет, свой канал телеметрии, который позволяет оперативно контролировать качество работы системы и выявлять сильные неисправности.